Ну и так, народ. Дайте, что ли, похвастаюсь. Где вы сейчас в магазинах найдете вот такую вот модельку? Сейчас. О. Объясняю, в чем прикол. Там вот в глубине, сейчас поймаю, если приглядеться. Поймай ты фокус. Так, понятно. Фокус сделаем. Потом наведем. Не. Сейчас схитрю, извините. Чё, камера грязная, что ли? О! Это глазок, который смотрит на степень прожарки хлеба. Так что здесь выставляется не время, здесь выставляется цвет куска хлеба. Это раз. Второй прикол. Наконец-то умная конструкция микроволновой печи. Крошки стряхиваемые отсюда вниз. Они аккуратненько выпадают вот отсюда вниз. И вы это свободно можете собрать тряпочкой. Я уж молчу о том, что микроволновка вообще инверторная. У нее даже есть... О, какая фишка. И... То есть она сама смотрит, что вода закипает и выключается. Так можно погреть себе супчик, например. Вот такое вот хвастовство меня сегодня пробило. Вот так вот. Всем покедова.